экстраполируется пропагандой, мифой о том, что, вы знаете, военный убил журналиста. Ну, конечно, под такое, когда с этим сталкивается западное общественное мнение, оно не сразу может разобраться, а что там на самом деле произошло. Это как красная тряпка. Убить журналиста – это, ну, что-то более страшное, чем, я не знаю, торговать органами. Но это же не первый случай убийства, ну, как бы гибель журналистов, скажем, там, в зоне АТО. Нет, смотрите, это я просто хочу сказать... К тому времени погиб и оператор Первого канала, и итальянский журналист. Они все, кстати, резонанс. Перечислены в этом деле, в большом украинском деле, как потерпевшие. Они там есть. И поэтому это же не факт, что они будут привлечены к уголовной ответственности, в кавычках, новые лица из украинских военнослужащих и тому подобных, которых обвинят в убийстве Кляна и Макарова с этим итальянским журналистом. Такое тоже возможно вполне. Но видите как, гибель того и другого и третьего, я считаю, просто такой драмой, трагической случайностью, как это ни странно. На войне это случайность обыденная, но в случае как раз в районе поселка Металлист Волошин и Корнелюк погибли от случайного минометного огня, взаимного, кстати. Найти, какой именно осколок убил Волошина и Корнелюка при всей трагичности, эта ситуация совершенно невозможна. Разлет осколков миномета 200 метров – это футбольное поле, вы понимаете? И поэтому корректировка такого огня, она, мне кажется, в принципе невозможна. Уж если попало, то попало.